Красногорском физкультурно-оздоровительном центре в рамках Дня борьбы с терроризмом прошел целый ряд мероприятий. Для знакомства с работой Нахабинского международного противоминного центра пригласили старшеклассников. Ребятам рассказали о буднях саперов, в том числе в Сирийской Арабской Республике. Была развернута интерактивная выставка обмундирования и техники, которая стоит на вооружении сегодня. Штатный бронежилет, штатная каска защищает от осколков. На мне одет бронежилет, он не очень тяжелый, но если целый день ходить, то, в принципе, может быть, и спина болеть будет. Эти миноискатели еще вчера были на фронте в Алеппо, в сирийской Пальмире. Саперы подобными устройствами пользуются каждый день. Селективный переносной индукционный МПС-2, как и все, что представили на экспозиции, российские разработки, которые зарекомендовали себя в деле. Ну, здесь представлены у нас образцы, которые применялись у нас в Сирии. Вот, это приборы НВУ-3М для поиска радиоэлектронных плат. Вот, реагирует на кремний, на германий и находит элементы радиоэлектронных плат. Далее, значит, сапер, найдя эту плату, делает выводы. Это самодельное взрывное устройство, которое будет управляться по радиоканалу, либо какой-то таймер. Во второй части программы – товарищеские соревнования между сотрудниками Красногорского спортцентра и военными. Состязания проводятся в гиревом спорте, плавании, настольном теннисе и мини-футболе. Почти ГТО, шутят в физкультурно-оздоровительном центре. Есть, значит, общественники, которые занимаются в нашем центре, и они тоже имеют право подать заявку и участвовать на этих соревнованиях. Они будут награждены памятными медалями, дипломами и подарками, конечно.